Всем привет! Сериал «Несломленная». Краткое содержание первой и второй серии. Анна Стрельцова – профессиональный шеф-повар и владелица сети ресторанов под названием «Бухта». Она может назвать себя счастливой, потому что у нее есть любимый муж, актер Игорь Неверов, и любимое дело. Годовщину смерти отца Анна собирает на даче гостей. Ее давний друг и конкурент Григорий Шаров появляется в компании незнакомки. Девушка представляется Викторией Стрельцовой и заявляет, что она сестра Анны. Вторая серия. На романтическом свидании на Анну и Игоря нападают неизвестные. Аня приходит в себя после нападения и обнаруживает, что ее муж исчез. Она добирается на попутке до больницы, где у нее диагностируют сотрясение мозга. Несмотря на свое состояние, Стрельцова сбегает из палаты, чтобы обратиться в полицию и как можно быстрее начать поиски Игоря. Полицейские обследуют бухту, где было совершено нападение, и внезапно предъявляют Анне обвинение в убийстве ее мужа. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.